У Брестском легкоатлетичном манеже шматлюдно. У открытом чемпионате по легкой атлетике памяти Петра Гаурилова принимают удел свыше 200 спортсменов из всей области. Это первый официальный старт, который проводится в 2018 году. Цікавость до турниру высокая, отмечают его организаторы. Поскольку чемпионат уже стал традиционным, то он имеет большой интерес среди легкоатлетической общественности. И все, скажем так, зимние, он открывает зимние старты, и все участники готовятся именно к нему, для того, чтобы показать себя именно в этих соревнованиях. Сярод дисциплин, а их 18, и не олимпийские виды. У каждой больше за 10 удельников. Планы на будущее у спортсменов амбициозные. Приятно, что победил на чемпионате города Бреста. За последние два года это мой лучший результат. Да, есть планы, есть отбор на Европу. Чемпионат Европы будет в августе у нас в Германии, Берлине. Вот я готовлюсь туда. Буду норматив делать на 3000 метров с препятствием. У всех спортсменов самый главный план – это Олимпиада. Я хочу отобраться на Олимпиаду и войти в финальную восьмерку, потому что это достаточно очень в моем виде так показательно, потому что после, наверное, Лондонской Олимпиады у нас произошел достаточно большой всплеск результатов. Очень много атлеты толкают, точнее не много, а далеко. И очень много атлетов начало толкать такие сильные результаты, которые входят в топ-10 вообще всех результатов всего времени толкания. Для ожидания таких планов и увогуля для развития легкой атлетики у Бресте умовы есть. У нас есть хорошая база, это легкоатлетический манеж, который функционирует круглогодично. Он имеет здесь все практические условия для развития всех дисциплин легкой атлетики. В летний период все наши легкоатлеты выходят на стадион Брестский, где также у нас база европейского уровня, где можно проводить соревнования также любого уровня и развивать тоже все виды спорта. Спаборництвы такого кшталту – добрая махчимость проверить свои здольности. Головные ж спортивные баталии для легкоатлетов разгорнутся на Кубке и Чемпионате Республики. Болеем за наших. Ирина Корольченко, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».